Икра из вешенок. Замечательное постное блюдо. Полезное, вкусное и сытное. Кусочек свежего хлеба или тост с такой икрой станет отличным перекусом в любое время дня. Икра из вешенок – это не только замечательная закуска, которую можно подать в тарталетках, лаваше, булке, а также, как дополнение к гарниру, ее можно применить в качестве начинки в пирожках, пирогах. Готовится икра очень просто и быстро. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подготовьте ингредиенты для приготовления икры из вешенок. Репчатый лук очистите, помойте и мелко нарежьте, выложите в сковороду. Морковь очистите, помойте и натрите на терке, добавьте в сковороду к луку. Налейте растительное масло и тушите овощи, периодически перемешивая, до мягкости. Подписавшимся, больше вкусностей. Вешенки помойте, нарежьте и выложите в сковороду с луком и морковью. Тушите овощи с грибами, пока не испарится вся жидкость. Посолите и поперчите, добавьте измельченный чеснок. Жареные овощи с вешенками и чесноком пропустите через мясорубку. Добавьте в икру измельченный укроп или петрушку, перемешайте. Икра из вешенок готова, можно подавать к столу. Жду ваших лайков и комментариев. А теперь ингредиенты. Вешенки 500 грамм, лук репчатый 1 штука, морковь 1 штука, чеснок 1 зубчик, подсолнечное масло 20 мл, соль по вкусу, перец черный молотый по вкусу, укроп 5 грамм, количество порций 6-7. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Друзья, жду вас снова.